понедельник в Самарской области облачно и пасмурно, дождь. К вечеру температура воздуха понизится, возможен снег. Днем плюс 3, плюс 8, ночью 1-3 ниже 0. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, пройдет дождь. Днем плюс 6, ночью минус 1 градус. Ветер западный 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, дождь, возможен снег, днем плюс 5 градусов, ночью 2 ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, дождь, к вечеру возможен снег, днем плюс 5 градусов, вечером температура понизится, ночью минус 3. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.